С нами сейчас Настя Михина, Саша Галямов из Санкт-Петербурга. Поздравляем, вы только что выиграли Финляндию трофи. Это ваш первый международный взрослый турнир. Да. Какие ощущения от этого турнира, от ваших выступлений, от победы? Мы очень рады нашим прокатам, организации. Все было на очень высоком уровне. Сама вся интеллигенция, также состав участников, все очень... Мы всем довольны. Просто мы не можем не радоваться с тем, что сейчас произошло. Да, было очень неожиданно, что на челленджер пришло смотреть так много народу, потому что обычно даже на этапах гран-при бывает не очень много зрителей, а здесь прямо практически полные трибуны. Причем на произвольную программу пришло еще больше, чем на короткую. И поддержка была почти в два раза сильнее от болельщиков. И вы еще очень хорошо выступили. Вот у вас получилось чистые прокаты. Благодаря болельщикам, конечно же. А что вы можете делать, еще учить, что вы думаете? Мы также все-таки тренируем усложнение прыжков. В произвольной программе будем немножко еще над вращениями улучшать, также поддержки, потому что можно сделать еще больше что-то, то есть есть что улучшить. То есть незачем сидеть на месте и останавливаться в развитии. Мы не включали в программу тройной лутц на этих соревнованиях, потому что посчитали, что лучше сделать чистый прокат и уже экспериментировать с прыжковым контентом, может быть, дома или на каких-то всероссийских соревнованиях. Да, мы попробовали на Кубке Санкт-Петербурга в произвольную программу ставить тройной лутц. У нас очень близко к идеалу вышло это. Не очень близко, Относительно, во всяком случае. И нам интересно, очень интересно, чтобы выучить этот элемент. Да, конечно. И показать его на соревнованиях. Да, это будет здорово. И потом, да, вы уже сделали это на тренировке. Да, думаю, уверена, что у вас скоро получится и в программе. Пары уже поджимают, да, и уже вставляют в программу и лутцы, и флип мы видели. Поэтому нам никак нельзя быть ниже уровнем, поэтому будем стараться. Надо улучшать свои навыки и мастерство. И что это для вас значит, что вы вот как молодая пара, только что вышли из юниоров, все-таки, конечно, чемпионы мира с юниоров, но все-таки новые здесь пара на этом уровне, смогли выйти, хорошо выступить и выиграть у более опытных дуэтов? Первое впечатление, на самом деле, очень важно. Мы именно вышли и показали, что все, юниорское катание закончилось, и я надеюсь, что нас все-таки воспринимают как взрослых. Потому что если выйти первый раз и показать не очень чистое катание, какие-то детские ошибки, то воспринимать будет уже по-другому. Да, это наш новый этап в карьере, но еще на ступеньку выше, и мы будем по максимуму его использовать, чтобы достичь тех результатов, над которыми мы работаем. И, кстати, это наш второй взрослый старт. Это не первый, потому что мы в прошлом году выступали в Инсбруке, в Австрии, на Иншсалар Мемориал. Да, это наш второй турнир. Да, многие говорят, что это первый, но поправочка. В этом сезоне, да, это наш первый, получается. Это уже как бы полноценный. Тогда мы все-таки юниоры, мастера, мы. Да, мы и туда, и сюда, а тут уже все, остановились на мастерах, и это уже как бы полноценный, как взрослый старт в мастерском, полноценном мастерском сезоне. Наверное, все-таки легче, когда не надо вот туда-сюда, просто соперничать. Наверное, да. Тебе не надо, вот как в прошлом году. Финал гран-при прошел, и дальше надо переделать немножко короткую. Приходилось переделать небольшой прыжок, и... ничего.
Вот, приходилось переделать прыжок, то есть в произвольный добавить плюс поддержку, чтобы все для того, чтобы все, ну, был контент для мастеров. А тут ничего не надо делать, ты катал на тренировке с тремя поддержками и со сложным прыжком в короткой, ну, то есть на, потому что в короткой по юниорам там же ведь нужен определенный прыжок, а в мастерах ну, любой, который ты хочешь и можешь прыгать. И тут тебе, ты ни за что не переживаешь, ну, как бы не то, что переживаешь, у тебя нет никаких забот, чтобы дальше что-то менять в программе с разряда, с одного разряда на другой. А сейчас следующий у вас старт будет какой? Наверное, уже этап серии Гран-при, который будет проходить во Франции, в городе Гренобль. Уже очень скоро, через 2 недели. Примерно так, да. То есть мы приедем, немножко, может быть, нам один выходной тренер, мы рассчитываем, что ну, на выходной отпустит, а потом снова за работу. Ребята, желаем вам удачи и до скорой встречи уже во Франции. Да, спасибо. Спасибо.